Шалковый путь. Быстрее. I'd get ready. Прекрасный скипетр. Тина затмит твой взор. Разомну лапы. Первая кровь по праву принадкажется паутина дерну. Axe runs. Еще не время. Да. Ищу жертву. A hero dies. Я просто положила на тебя глаз. Your middle tower is being attacked. Нет, моя дорога освещена.
куда укажут. Золотой выстрел. With inner light revived. To earn my place at... Make the light forgive me. Oh.
Честно. Мое нынешнее воплощение. Хорошо. Да. Сердце Тараска. Из недр бога. Моя концентрация, мой союзник с радостью. Уже ушел. Мудрец нападает.
Your turn to ban. Five seconds. Пиздец, веселая игра будет. Нахуй вертили, блядь, и каждый раз учись, блядь, по-новому. По-моему, нам. Не-не-не, нам не пизда. Я лично, блядь, играю охуенно. Даже доказывать не пришлось. Я знаю, что я хорошо играю, в том, что если, блядь, мне дать возможность, блядь, я сыграю, блядь, 24. Но так как я, блядь, теперь оказывается саппорт, блядь, для Клокверка, я не знаю, как я, блядь, сыграю. У меня фарма, во-первых, не будет. Предметы я тоже фуль куплю, блядь, 10 минут. Только я четвёртый. Ты четвёртый. Нет, я это буду делать, я буду это делать. Качественно. Уважением. О, простите меня, я слишком рано начал паниковать. Простите. Туда? Я, короче, смотрите, что я куплю, потом обратку возьму. И крипты, наверное. Нормально? Ну, вы не против, я имею в виду? А! Я буду помнить. За что мне реп? Богатые традиции. Как сказать? Окружаю, блядь. Я не дурак. Мне ваши 40 монет, блядь, как бы, ну, не уперлись, блядь, если честно. Суть в том, что вы просто, блядь, проебали, блядь, сколько? 400 проебали ради 40. Нихуя! Трое сдохло! Заебись. 40 монет ради 80 для каждого. Не знаю, у меня даже стал. От ваших тупых моментов. Ты чё, сука, сам умный? Но если бы у меня каждый раз вставал член, бля, я был бы, бля, импотентом уже в третьей минуте, бля, от ваших тупых моментов. Просто он физически, бля, после третьего вашего момента он бы не вставал, бля, потому что, ну его нахуй, бля. Ещё, бля, всю жизнь для себя, бля. Это утомительно. Это шоу, блин.
Обязуюсь. Концентрация. Я, короче, смотри, я все сделаю для того, чтобы, чтобы, блядь, под твои коги, блядь, закинули, окей? Метеор, Санстрайк и ипотеку туда на 8 лет, блядь, закину. Нормально? Чё-то ты маловато чё-то взял. А ты знаешь, какие там какие проценты там, блядь, ты чё? Чувак, я 4 года уже ипотеку плачу, поверь мне, я знаю. Не, я имею в виду, что у него будут большие проценты. 8 лет это просто срок, сейчас... ну. А к 20-й минуте рефинансирование под 6,5 ебанём. Давай дозлятину ебанём. Так это мне пиздец, да, я так понимаю? Да, я еще и, блядь, застопил тебя случайно, блядь, не подумал. Ну ты, если что, это... Блядь. А вообще метеор, блядь, хотел. Да я не обижаюсь. Не, ну сам понимает, блядь, я например, спок. Они такие, они геморные, блядь, типа. Хочешь, не хочешь, блядь. У меня даже маны нет, представь, что натворили, блядь. У меня просто тупо нету маны. Я обращу гильдию для саппортов, и тебе лишат лицензии, блядь, мразь. Саппорти мне, мразь. Бля, я через миксап иду, пизду, я... Кстати, этот фармит, блядь, стаки делает. Блять, почему я не снайпер? У него, бля, выстрелы вылетают, бля, 0.64. Его какой-то дурак забанил, блять. Не, я в смысле, я на инвокере и хотел играть, просто я имею в виду, что пока у инвокера, блять, огонь вот этот долетит, блять, там пиздец уже, блять, весь лес горит. Бля, мне нечем его убить, чувак. А я его чисто развлекаю, чтобы он не фармил. Уже ушел. Это один из этих, блядь, московских шоу. Транссексуалами, вот это. Как сказать. Слушай, а если ты его орать кликом под. А, все ясно, там этот Гитлер, блядь, пришел. Я специально не пошел через это, чтобы под твои коги закидывает. Я буду. Знаешь, я не специально делал. Я когда думал, что я шучу, я не шучу. Я дурак, но не шучу. Вот такие его дела. Туда. Ты смеешь нападать на меня? Узрите тебя. Надо вар туда поставить, он фармит. Оооо, ебать. Приплыл. Ай, блядь, ай, блядь. Его придется съебаться. С радостью. Еще никто не выживал в моем МП. Ты пришел в мой ЕМП, но пришел без уважения. Не, ну за такое нахуй сразу надо.
Я хочу стак забрать, поможешь? Если у меня мана появится. Слышишь? Если у меня мана появится, мы попробуем, блядь, если на тебя привлечь. Я долбоёб. Ладно, не обращай внимания. Я вместо того, чтобы метеор, блядь, юзнуть, сделать толст снэп, я юзнул, блядь, инвиз и проебал всю ману. Если нужно. И эту хуйню порезали, блядь. Так бы блядь, тебе бы нарезал вообще. Сука, он сейчас фармит эту хуйню. Видишь? Вот я тебе про что говорил. Он просто фармил, блядь. Там три стака, блядь, подряд стояло. Я хотел на них метеор, блядь, накинуть. Блять, был бы Вучбург доступен в драфте. Что? Жа забанит, жа. Нарушать мою концентрацию. Концентрация. Тазик, сужайся. Ага. Я тебе говорил про Саки, то, что он делает. Теперь ты понимаешь, что он делает? Он купит мом, все. Это стандартный закуп, но он, блядь, слишком быстро, блядь, фармит. Слушай меня. Блядь. Я буду помнить. А у нас его урона не хватит, блядь. Запрещено. Нам урона не хватит, блядь. Нам бы вернуть хотя бы часть. Понимаешь? Он если захочет, он сейчас на кнопку R нажмет, я тут нахуй с тобой. Давай туда этот, санстрайк. Толку? Толку, блядь. Суть в том, что мы вот эту часть не контролируем. Ты заметил, что Дазла нету, он делает тупо стаки делает. Мордов в магазин. Блять, кто купил все? Ну оставьте хотя бы один, что тут купил. Пробуем, давай. Сейчас ульта кончится у него. Апгрейва нет. Господи, выжил. Отойди, отойди. Блять, крипы ебаные. Бля, чувак, ты понимаешь, что он меня сейчас скинул бы все, а вот ты сдохнешь? Он ждет КД, бля, вот ты сдохнешь. Давай его убьем, есть холстнеп у тебя? Да. Давай. Блять. Как тому и быть. Освещенный готов действовать. Уже ушел. ПК выложи, пожалуйста. Какая скука. Бля, заебись, игра, я не могу ничего против этого, блядь, дурачка поделиться. Скучно. Ему настолько похуй, что он даже, бля, он даже не пытается, понимаешь? Он даже крипов не добивает, настолько ему похуй, ну ты. Давай его
просто харасить будет, плохо пусть фармит. И как только упадет ниже нормального ХП, я в него там Блядь. Я не успел. Похарасил? Я похарасил. Охуенно, блядь. Он ранен, добей его. Сейчас у него там чуть-чуть осталось. Сейчас его хуй скар ебас гасит. Не загасит. Там дазл, не забывай, блядь, понимаешь? Дазл увеличивает, блядь, любую игру, блядь, еще на 5 секунд. Серьезно? Не последний из всего, что ты услышал. Смотри, ждешь 10 секунд и можешь на любого нападать. Внимательно. Моя любимая. Это утомительно. Кто из них переместился? Олд Снэппи. Достай, достай. Да, вар поставил, вар поставил. Ублюдок ебаный. Ты чё, в крипа прыгнул? Серьёзно? Я думал, всё нормально. Ну, сорян, я колдстэм, блядь, повесил, всё как положено. Есть такая фраза, что в гонке побеждает черепаха. Не понял прикола? Вообще? Да, да, это загадка. Это не загадка, это типа поговорка, что такое. Это не загадка, короче, есть басня такая. Да, вот басня. Гонке, короче, ну я слова не знаю. Короче, все, чувак, я все знаю. Все животные перепиздились, короче, а у этот черепаха по итогу спокойно до финиша дошла. Ты дракстер, какие перепиздили? Ты чем, блин, привет? Ну я уж, бля, грубо говорю. Ну там примерно, короче, вкратце такая. Да нет, была. Там, блядь, просто заяц был с этим, с черепахой. Заяц говорит, да он, говорит, меня обгонит, да, в пизду, говорит. И пошел, короче, по своим делам. Он гулял там, ебался с бабами. Ну, я тебе примерно тоже говорю. Делал свои проблемы мне какие-то. И в какой-то момент просто, блядь, происходит такая хуйня, что... Ему говорят, ты проиграл. Он говорит, как, блядь, так? А вот ты, говорит, типа, бля, хуйня, говорит, страдал. А в это время, говорит, он уже... Пацаны, ну почему он меня ебет? Да ебите вы его, блядь. Вынес на страйк. Хорош. Вот такая вот, блядь, хуйня. Да. Пока... Ебать, и суть, блядь, вся в том, что это типа так... Типа мораль, понял? Лучше, блядь, заняться одним, блядь, достойным делом и типа делать его постоянно, чем, блядь, отвлекаться на всякую хуйню. Это одна из моральных частей. Сука, как тост прозвучало, блядь. Там больше не такая мораль, я неправильно сказал, если честно. Там мораль такая, что... А, блядь, сука, как правильно сформулировать-то. Чувак, у тебя акцент армянский, все, что ты говоришь, уже приступил. А, братчик, это все чушь, это все не бывает так. Это все хуйня, брат. Так, выпьем же с дурами. Айда на миду, вытрахаем. Долбоёб, что ли?
Помните, я вам что-то говорил, что я умею играть? Как я вот наебал вас. Не, пиздюлей раздаешь хорошо, играешь плохо. Пошел нахуй. Я, кстати, тиммейт хороший. Поддержу всегда добрым словом. Суета наводится без меня, я как бы... А почему, блядь, он убежал? Я же рядом должен был. Ты мразь. Я тебя ненавижу. Чтобы у тебя, блядь, чистотка, блядь, вокруг очковая началась. Ты мне не помогал, ты физил себе. Вся команда суету наводит, а Клокер хуету какую-нибудь. Блядь, ты здесь мощно сказано. Блядь, давай, блядь, турнем чуть-чуть для этого. Как же мы их ебем? Все, похуй, бля, ломаем. Ломаем, блядь, тавр, блядь. Это, бля, какой-то пиздец. Это, я не уверен, что это честно. Как, бля, это нечестно? У них были шансы? Они нас съебали? Они правильно взяли? Ну, у меня теперь эта хуйня будет ману сжигать. Это вообще кошмар. Как? 60 сжимаю и пауэрков бизнес. Новый патч. Да чушь какая-то, блядь, мне тоже ебанули какую-то хуйню. Ну, блядь, самое последнее прикольное, это то, что типа 2.5 раза увеличить. Я просто, блядь, как Тараска регенится начинает, понимаешь? Кстати, эту хускару нужно. Срочно эту хускару. Она с каждым ударом, типа, блядь, наносит урон, блядь, больше и больше. Вот геометрический прогрессий растет. Кстати, о, кстати, если да, если на кнопку R на чувака нажимает, он там просто ебать. Ему стоит аганим купить, пускай, и все. Там, блядь, веселье, блядь. Попал. Бля, я не успею ни до кого из вас. Блядь, ВК, держись. Порядок. Господи, меня Равшат сейчас убьет. Да что такое? Арамирки, да, да? Короче, джентльмены, просто вытраханы и высушены. А можно просто? Все, что я могу сказать. Короче, нам надо, смотри, эти обе линии, бля, пропущены, давайте то пропущим. Ты, кстати, очень раненый, я бы на твоем месте не пользовался. Я так думаю, сейчас меня господин Зевс, это... Я бы на его месте, бля, у него, наверное, стреляет, бля, СС. Ты, кстати, слишком раненый, что ты Ой, слушай, бля, все, не. Как тебе помочь? Никак. Ты невидимый, это нечестно. Так, блин, а что я еще должен, блядь, стоять? Ебать, путка, блядь, фары, блядь, успокойся. Того, господи, мы убили всю команду, блядь. Да Хускар какой-то конченый, блядь, я ему репорт кину, что это за приколы, блядь. Уже ушел. Здесь у меня кроме матов реакции даже никакой нет. Ухожу. Эй, бля, я твой урод, ебать. Теперь дома не брать. Хотите суету на виду? Смотрите. Не надо. Где? Все. Что-то навел? Уже ушел.
Да. Я должен сказать, что я осуждаю, но мне похуй. В путь! Да я сам себя осудил, нормально. Нормально, блядь, нормально. Осудил, блядь, так осудил, блядь. Бля, сорян, пацан, если тебя, блядь, закидывать в гроб, то, блядь, до конца. Ну, если уж играешь хуёво, так играй до конца, как говорят. Ну, пойдём. Концентрация! Хочешь прикол? Я собрал абсолютно бесполезные предметы. Пауконовый нож? Да, бля, пауконовый нож. Из пауков состоит. Ты его бьешь, пауки распадаются и наносишь 6 урона в секунду. В течение 2 лет. Да, блядь, ты не понял, я тебе про Falcon Blade имею в виду. А, нет, нахуй. Бесполезная фигня. Тысячу тратишь, бля, получаешь нихуя, бля, он из него ничего не забирается. Так, блядь, профессиональные кибершпроты, блядь, его в каждой гадке собирают. Дай ты долбоебу, потому что дешево и быстро много урона тебе вначале. Мне кажется, Хускар мог спокойно эту игру в соло выиграть, блядь. Ему даже помощь-то не нужно. Не. Этот тачим умер. У нас ВК этот парк умер, походу, блядь. Прилег чисто отдохнуть. Если честно, бля, Хускар сейчас да выебывается. Ну что, блядь, нет. А, ладно, что он, блядь, пусть выебывается. Я забыл, блядь. Ему вообще похуй, блядь. Да на счет посмотри, блядь. У меня должен был быть такой счет. А вместо этого... Блядь, ебать, я залетел на дискотеку, нахуй. У него регенерация, блядь, 200, ничего, я оедет, блядь. Они понимают, нет, что если сейчас они Хускара убьют, если он встанет, он прям тут в атак пойдет. Забудь, это глупый университет. Смотри, ВК такой, видеооператор, блядь, нас... Бля, если он с ними снова драться... Больно, пиздец. Если он с ними сейчас продолжит драться, я просто санстрайк вот так вот. ВК не выдержал такого, нахуй. Кажется, он сейчас фонтан убьет, блядь. Вот, слышишь? Всех сходил вот эту хуйтой. Его убили наконец. Где-то не выбили с него, эй. Смотри, он убегает, блядь, у него ТП нет. Какой парни. Давай поможем ему отправиться в эту чайную столовую. Лол. Какой хороший мальчик. Мне пришлось обратно пробить. Хорошо, известно. Это не от меня зависит. Ненавижу его. Да ёб твою мать. Не, они просто его физят, они даже не понимают, как работать, блядь. Ну купите, продайте, пример, купите алибар. Нет, этот один единственный, блядь, что хочет. В смысле, ты смотри, им такое не пиздание, блядь, а то мы игру проиграем, нам. Так, блядь, похуй, блядь, понимаешь, мы слишком большой этот, не так. Всё, вот сейчас они его убьют, скорее всего. Или нет? Или нет, блядь, вот в следующий раз этого начинай. Чтоб ты понимал, они сейчас вроде как идеально все сделали, а на самом деле нет. Восходное сокрытие.
Я представляю, какой там сейчас мор стоит в из чате, блядь. Ай, ну все из-за тебя, он смета, блядь. Он смета, это ты виноват во всем. Я один пытаюсь победить больше. Ну все, просто, блядь, в нем живет, блядь, там хату снял, блядь, трех комнат. О, пацаны, я Тони Старк, блядь. Надо еще какой-нибудь сет охуевший купить, чтобы летал. Дезолятор купить, хотите, не купить. Карди, блядь, пизду, а что короче, блядь, я раскрываю все карты, я один где-то. Блядь, заебись, я с дезолятором сходил, нахуй. Не вы хочу. Что, меня, что ли, все это время? Да. Мама, привет. Чья мама? Я вот так снять, блядь. Хускара. Пизда, блин. Просто пизда. Чувак, разъебал всю игру. Разъебал. Пиздец. Блядский рот этого казино. Просто начинается новая эра знаний. Никс приветствует тебя. Сражайся. В чем, блядь, разница? Это 4200 стоит даже полторы. Хуйня какая-то. Ой, даже эти, по-моему, плечи есть, да? Вот. Бля, а что если вот эти, блядь, вместе с этим, блядь, ебать, царь, бог и император? Ну так не выглядит. Я все блестящее, блядь, съебать. Все блестящее. Штаны есть блестящие. С эффектами, блядь, какими-то. Не настолько.
блядь. Хочу плечи на инвокера. Или этого духа элементарь. Или бля, вот это. Хотя нахуй. Хотя. Из-за дороговизны хочу. Привет всем. Your favorite part. Banning. Привет. Ты бухой? Здорово, здорово, братишка. Подожди, он бухой? Он так странно это сказал. Нормально. Нормально. Тебе сколько лет? Мне 9. Ладно, тебе 17. Так и запишу. Нормально, нормально. Не так. Нормально. Какая-то. А у нас что, типа инвокер не медовый, что ли? Вообще ни разу. Какая-то хуйня. Ты бы видел, блядь, в прошлой игре, блядь, что я купил, блядь. А была обратка. Нормально, нахуй. Короче, у вас лего вообще выебет во все щели. Если что, мы еще с нами сделаем. Лего будет трахать. Да. Что еще сделает с нами? Она плюнет нас. Назовет нас ничтожеством. Ну же, скажи. Веселись. Какая веселюсь, брат. Надеюсь, меня покажут, чтобы посмотреть, что это очень весело. Надеюсь, я буду впереди. Нет, нихуя. Нормально. У него, блядь, говорят, я лучше, да? У него, блядь, банан из кармана. У него банан из кармана выпал. Я бы не голосовал. Кто там Жигули завел? Это я завел. Это пиздец. Немедленно. Делаешь мне больно. Давайте, блядь, по-человечащему поддержим. Блядь. Чувак, ты уже морщинул. Все хорошо. Да все нормально. А где ты такой сет-то взял на Зевса? 2500? Нормально. Этот сет на Зевса 2500? Пиздец, блядь. Парни, лицо затариваем, совсем наяриваем. Бля, у тебя микрофон пиздец. Мимасы подъехали, сосем наяриваем. У него такой микрофон, бля, пиздец, я ему голосовым отдал. Кто-то чьи-то там баянчики смел. Ну да. До кого-то только дошло. Если нужно. Типа я царь трамвая, да, блядь, какой-то. Я трамвайный король, на. Конечно. А я думал, осова. Battle will commence in. Бля, вы видели моего Зевса? Пиздец, а ты ему завидишь. Эх, ты надо было завидеть. Как сказано. Следует знать меня лучше. Что делаешь? Долбоёб, блядь. Новая эра
сознании. Здесь все странно. Ну если что, нет, ты побежал прям на эту. Жага, ты долбоёб, нет, блядь. Ты вот так, делаешь? Блядь, побежал. И тут сдох. Ебану, блядь. Репорт, реп. А нет, чувак, если инет вырубился, блядь, чё вы репорт? Я буду. Давайте, блядь, хуйня бывает. Его могли так же убить, если бы он руну держал там, блядь, станы. Зевс, а ты же вроде пикал со мной низ. Хуй его знает, что я тут делаю, блядь. Че, проигрываем, да? Сливаем катку. Ну, баоду. Так-то мой быть. Беги, конь. Пусть замедление, пожалуйста. Бля, они так и будут быстро бегать. У них уже скоро 350. А, она без сапога. Твоем или моем? Ну чё? Концентрация. Ну давай, вот сюда завози, слышишь? Вот сюда завози, он где мины стоят, а я туда ещё прыгну. Ну и куда ты завёз? Я тебе поляну приготовил, развлекайся. Ты смеешь нападать на меня? Да ебать, бля, одного крипа забрал. Че ты моргаешь? Я всю игру пытаюсь это сделать. Пиздец, блядь, истерику начни еще. Пошел в жопу. Что ты исполняешь? Знание, сила. Что за юмор такой? Мы с тобой вроде обсудили, ты заводишь на мины их. Слышишь? Проигрок. Ухожу. Что происходит? Ты будешь исполнять? Просто все мины там разберут и все. И кури бамбук. Концентрация. Не таскай ты их так. Какая скука. Обязуюсь. Сферы освещают мой путь. Вот я тебя поставил, тяни. Да.
заправься, блядь. По минам не води, заебал. Мне хорошо известно. В бой! Сражайся! Освященный готов действовать. Сражаться со мной — это честь. Ты, блядь, видишь, что здесь цифры стоят? Эти цифры означают, что, блядь, вот после этого определенного времени я смогу использовать свои способности. Охуенная игра. Блядь, туповатый, блядь. Не нравишься. Да просто ты что-то выбесил. Бля, он пиздит, но с хуйней какой-то страдает. Он просто, бля, он не знает, что делать, если честно. Он просто, блядь, он думает, если он весь фарм заберет, блядь, ну, в конце выиграет. Это же логично, хотя нихуя подобного. Логично, логично. Так хуёвая логика, блядь, не командная. Типа он, блядь, он не оправдывает. Для меня он не оправдывает себя. Типа йога не позволяет ему, блядь, подойти и фармиться, блядь, полноценно. И мне не позволяет там фармиться, потому что, блядь, он же керри. А я, блядь, кто такой, блядь, правильно? У меня 2 минуты, чтобы, блядь, хуйню, блядь, собрать. А у меня, блядь, ничего нету. Уже ушел. Ты меня что-то бесишь. Я тебя бешу. Не, меня что-то конь бесит. Ты нормально на мин тянуть будешь или нет? Блять, у меня 40 секунд, чтобы заработать, блядь. 270 монет. Конь. Ну чё ты не тянешь, ты почему договорились? По-братски. Осуждаю. Ускорение. Как сказано. Что такое форстап? Ты меня прямо сейчас заебал. Что такое форстап? Вижу эту игру, блядь, не выиграть. Ну чё ты не притянул тут? Your power is under siege.
Your middle tower is under attack. Мудрец нападает. Ты утомительна. В путь, генерация! Слушители, из воли и брони! Your top tower is under siege. Dire has fortified its structures. Your top tower is under attack. Ухожу. Конструкции Кальвина. Сферическое волшебство. Как этот пидорас залетел с инвиза, я в ахуе. Блин. Your middle tower has fallen.
Я так обосрался, ребята. Хорошо известно. Поймала же, сука. Your middle tower is under siege. Ребята, пиздите. Красавчик на мины. Ой, лучше. Давай. Давай. А, помогите! В путь. Your bottom tower is being Dire has fortified structures. Давайте, ребята, они торчат от этого. Хорошо, помню это заклятие. Помогай! Я иду. Обязуюсь. Зев, сними вард, пожалуйста. Где? Просветление достигнуто. Слушай меня. С радостью. Нормально, это переиграем. Тимак уже, блядь, сразу ко мне прибежал. Ой, заебал он меня ливать, блядь. Я, кстати, свое мнение не изменил. Он топовый. Он? Пиздец, блядь, таких топовых, блядь, как он нахуй надо. Блять, стою на линии, блядь. Он не нападает, он не обороняется, он не мне фарм не дает, ни сам подойти не может. Я просто стою, блядь, как дурак. Весь урон, блядь, вложил 90% своего времени. Я, блядь, просто харасил, блядь, пигион. Нормально? Получается, он нихуя не делает, да? Ну, бля, в мою. Для меня нет. Пойдем, Чаос. Чаос? Посвященный готов действовать. Концентрация. Блядь! Если честно, я думал, Зевс. Знаешь, почему не спасли? Потому что я бластом вытолкнул, бля, а этот в этот момент переместился. И получилась такая хуйня, что я бласт просто проебал. Ну он почему-то на меня, блядь, охотится вечно, а? Заебал. Вечно Вячеслав? На меня охотится. Вячеслав? Кого, блядь, пиздец? Я сладкий? Слабый, блядь, какой сладкий? Не знаю я. Сладкий, блядь, пиздец. Ты доту, блядь, с чем-то этим, американским перепутать? Я буду помнить. Я варды покупаю, блядь, только из-за того, что они, блядь, просто в лимит, что ли. Известно. Понимаете, для меня... Я их не буду ставить, блядь. Это утомительно. Мы это очень сильно ценим. Да похуй ценишь ты это или нет, блядь. Просто стоят, блядь, типа, лимит, блядь, поставился, и все, и никто их не покупает. А так у тебя прям постоянно варды будут. Выпусти эту боль, эту злость.
Ненавижу Джаггернаут. Так лучше. Вот и, блядь, весь фарм твой Джаггернаут, блядь. Команда, блядь, так не работает. Блядь, это ты плывёшь, блядь. Лечи ты. Блядь, 20 минуты нам, блядь, тавра ломают. Одна, блядь, легионка, которая, блядь, против неё никто ничего сделать не может. Потому что, блядь, хуй, блядь, мы купим, блядь, что-то нормальное, правильно? Лучше купить лечушь, которая, блядь, 7 лет до этого? ЦК, пизди, пизди, пизди. Кого пизди, блядь, где ЦК? Блядь, трон ломает, трон ломает. Пизди, блядь, нам всю, блядь, базу разъебали. Какой смысл во всем этом? В путь. Внимательно. Ты смеешь нападать на меня? Легионки БКБ? С радостью. Сферическое волшебство. Хорошо. Еще рано. Да Зевс хорош, нормально, да? Знание, сила. Yeah.
Убить. Вот и подрался. Немедленно. Уже ушел. Концентрация. Какая скука. Справедливое отношение. Буду помнить. В путь. Сражайся. Мудрец нападает. Еще одна сфера. Слушай меня. Has fallen. By accident, if I have to get it.
Немедленно. Мир. Из недр волшебства сферы освещают мой путь. Хорош. Приступаю. Мне скучно. Исходное заклятие. The enemy's middle tower has been destroyed. Так тому и быть. В путь. Мне хорошо известно. Мастерство.
Клянусь усами. Здесь должен быть. Они в это не будут. Your turn to ban. Привет всем. 5 seconds. Серьезно? Да ладно, ничего, герой. Это не мой, блядь, герой, который я купил. Каждый есть такой же шанс, как и он. Плохо. Бывает такое. Ёбаный. Вот это пик у них. Сейчас бы Энигма. Есть там Вайпер. Не знаю, как вы закупитесь, я закуплюсь, блядь, что-то вроде улучшенных, блядь, этих урны. Чтобы они, блядь, меньше регенерировали и меньше пуктяли, блядь, тела. Они слишком жирные были. В процентном соотношении вы их пиздануть не сможете, но... Вернуть урон? Это, кстати, охуенная идея будет. Если хотя бы 3 обратки на всю команду. Куда ты пойдешь? Арт или Визи? Инвокер сможет справиться. С арт нет. Venomancer. Yes. О, да, дело совершенно точно в шляпе. This should be interesting. Инвокер.
Мне дорог этот герой, поэтому, блядь, можно я подскажу тебе? Не оставляй вот так свободные слоты. Когда не видишь свободные слоты, лично я подумал, что там стоит фарт. Понимаешь? Если ты можешь наебать фрага, наеби, блядь, максимально. Он сам себя наебал. Я оставил, блядь, а, пусть девочек. Наебись. Your favorite part, banning. 5 seconds. Ten. Seconds to go. 5 seconds. Не, ну это уже нихуя не смешно. Your pick. Try not to embarrass yourself. Это уже, блядь, пиздец, нихуя не смешно. Вообще ни разу. Ничего. Может не извиняться в пизду. Второй раз подряд. Ну и нахуй. Да, снова я. Ты снова меня не заметил. Мне снова идти в лес, потому что я не хочу никому сейчас сапорта. Это даже хорошо, я как раз хотел, блядь, на Энигме сыграть. Я больше получу и заработаю. А кто из вас сапорт? Пацаны, перерыв 5 минут, у меня встал. Я формируюсь. О да, дело совершенно This точно в шляпе. Да не, блин, кто встал? Не знаю, дед, наверное, встал. Ну что еще может встать-то? Мужской голос, что-то встало, блин, как ты думаешь? Какой из мужских органов может встать без разрешения? Сердце? Сердце чего? Не надо догадываться. Я знаю твою извращенную эту. Фантазию. It's almost time for everybody to die.
Битва за одну руну, бля, а две нахуй. Мне нравится. Уиндрейнджер вновь всех опередил. Your bottom tower is being attacked. Армия меняется.
Your top tower is under siege. Radiant has fortified its structures. Your top tower is being attacked. Has fortified its structures. Как пожелаешь. Иллюзии. Принцип действия. Thank you.
Ой, урод, блядь. Чем мне, блядь, Hand of Midas поможет, блядь, чтобы отрегениться? Объясни. Умственно стало, блядь, верно. Перед смертью все равно рядом никого нет. Без сарказма. Your middle tower is under siege. Если они близко подойдут, все равно ни хрена не смогу сделать, мне придут. Ладно, пытаемся. Сейчас кто-нибудь, блядь, нажмите, пожалуйста, клиф. Вот это, блядь, способность. Сразу, блядь, секунду закончится. Я попробую максимально близко сейчас, блядь, подпустить. Ну что, я не отдался, правильно? У меня никто ничего не получил, я убил трех. Весьма и весьма заебись.
убрав четырех героев. Не, ну, бля, вам придется ждать, пока я рассомлюсь, потому что, бля, я вообще ни хрен не знаю. Понимаешь, что если сейчас Акс с ней прыгает, тебе пизда. Ничего не смешно. Чего лично? Блять, максимально странный вопрос. Может быть, блять, перестаньте их видеть. Спасибо за подписку. Мне, блять, до блинка чуть-чуть не хватает. Вы, блять, сидите, блять, что вы делаете? Теперь я готов к дракам. Намечается какая-то драка. Заранее ставите варды, блять, я прыгаю. Thank you.
Я не буду зайти. Опа. Ждем. Блять, я ничего не могу сделать, Сало. Ты нет, блядь, я не дозайду, блядь. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under siege. Your bottom tower has been destroyed. Подожди, Гильярный, подожди. Давай, короче, сейчас ты используешь свои скиллы. Не-не-не, ты используешь свои скиллы, залетаю я потом. Смотри. Ты должен завязать свои скиллы. Dire has fortified its structures. Иду. Я знаю, что ты завязаешь свои скиллы. Перемещение. Не сейчас. Скажу. Ты специально, блядь, драку, блядь, подальше от меня ведешь. Объясни просто. Дорогие, что приконченное, верно, блядь. Что рот стал? Верно говорю, блядь, ВР-ка, блядь. Долбоёб, блядь, конченый. Мне из-за тебя пришлось залететь, блядь. Не так, ёбану. Нахуй ты ко мне ведешь? Объясни мне, блядь, а? Я, блядь, сука.
До последней секунды очковал, что Акс на меня сейчас запрыгнет. Я все проиграю. Нахуя ты их ведешь ко мне, блядь? Делись вот в области вот на меня. Пиздошит, блядь, сразу ко мне. Охуеть. Ты бы еще варды им подарил, блядь. Вообще было бы заебись. Ты должна драться в ВРК так, чтобы была, блядь, в моем, блядь, моей дистанции досягаемости. Но не, блядь, не прыгать, блядь, ко мне. Я не должен пизды получать, блядь, до начала драки, понимаешь? Заебись, сука, просто заебись. Вардов нету, нихуя нету. Кто их попал? Чья они? Кто их стоит? Да серьезно? Смотри, 4 уже скинули. Ты думаешь, я не начал драться, блядь, потому что, блядь, меня... Я мог заранее использовать эти. Бля, если честно, инициации у вас, бля, отвратите. Я не знаю, как вы инициируете. Вы просто, блядь, начинаете суматоху, не зная своего не своей позиции. Вот я тебе честно говорю. Вы начинаете драку, потому что драка началась. И все. И просто хаос. Каждый юзает скиллы, которые может юзнуть в данный момент. Все. Никакой, блядь, логики. Просто тупо щелчки. Я должен находиться на самой дальней дистанции. Если драка начинается вокруг вас, это значит, что я могу быть безопасно залететь. Виверн должен и инвокер зайти. ВРК, блядь. Нага должен быть на пиздовую. Пойдем. Нахуй. Инвокер, блядь, ВРК напала, блядь, помоги ей. И почему, блядь, вместе со мной бежишь, инвокер? Что за прикол? А? Блядь, что за странное позиционирование? Дальше, чем вижу, блядь, называется. Ты, говорю, блядь, со мной, блядь, на одной линии, но ты, блядь, больше инициатор, чем я. Я в конце могу залететь, понимаешь? Вот сейчас начинай драку. Вот сейчас начинай драку. Или, блядь, Виверна, блядь, ультани туда. Я не понимаю, что они сразу. Не понимаю, вот вообще не так.
красавчик, 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 красавчик. Бласт, 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 блять, бласт. Давай. Конченый мелкий, ты просто все хочешь. Я даже не хочу слушать твоё пропание. Нахуй ты бережи мелкер, блядь, объясни мне, ты не умеешь на него играть. А, ну сейчас верну, извини. Я не думал, что так быстро тебя заберу. Закиньте драку, пожалуйста, вот здесь. Я хуею с тебя. Я, блядь, покупаю, блядь, вот эту хуйню, чтобы, блядь, очищать себя, когда мне дают сало. У тебя, блядь, накидывают на тебя сало, и все, и ты, блядь, бесполезен. Нормально? Купите обратки хотя бы. Это мне они, эта обратка нахуй не сдалась, блядь, потому что мне пизды быстрее дадут, блядь, чем я успею ее завязать. А вы-то, блядь, вы можете хилиться постоянно. Особенно этот, блядь, дурачок, блядь, я знаю, о чем говорю, у меня больше 1000 игр на этом герое. Я просто обидно, блядь, наблюдаю за твоей тупостью. И на всякий роль, блядь, верно. Если покупать постоянно варды, тебе не будет, блядь, проседать деньги. Кто не берет? Кто не берет? Ты саппорт. Ты, блядь, саппорт. Почему на год должна брать? Она теряет деньги, чтобы выкупиться, блядь, нормальные предметы. Я, блядь, покупаю, потому что они, блядь, у тебя просто фуловые стоят. Мне жалко смотреть, как они не уходят с КД. Ты даже не понимаешь, да, что я должен? Стал
долбоёб, ты сказал. Долбоёб, ты сказал не покупать много вардов? Кто сказал не покупать? Хорошая игра. Отвратительный вопрос, это конченый. Инвокер, ты репорт получаешь. Я видел, бля, как ты в драке, бля, участвовал. Конченая просто, блядь. У тебя стоит, блядь, способность в КД? Секунд 6 минут, ты кинул 3 скилла, бля, и все. Ты просто стоишь. Типа, бля, ну что я думаю? Ice Fall, они далеко. Юзни, блядь, просто юзни. Что? А, блядь, сорян, я... Ебать, он так долго мне команда, бля. Я думал, я его выкину. Блять, нахуй! Охуенно! Благодарю тебя за это. Ну ладно, я покажу. Я просто на эмоциях собрался. И, кстати, если ты найдешь фрагмент, где я сказал, что тебе не надо много вардов покупать, ну, на трансляции нет. Я собственный рот выебу, работает даже, блядь, под этой хуйней. Магический урон. Ударь его, ударь его, он сейчас прыгнет. А вот инвоки. Бля, мне обидно, я, бля, 5-6, бля. У меня никогда не было ни такого, что я, бля, больше киллов у меня, бля, больше смерти, чем. Да, да. Купишь. Когда-нибудь. Когда игра закончится. Они не появятся.
Вот эта штука для инвокера. Чем больше врага маны, тем больше ты магического доп. Урона, блядь, сверху Вырубай! Всю, сука, блядь, песню, блядь, доиграла до конца. Ебанутый, конченый, блядь, дегенерат. Как, блядь, можно, сука, с вами играть? Объясните мне, блядь. Один, блядь, ульту дает, блядь, они становятся бессмертными. Второй, блядь, дает ульту, блядь, они становятся бессмертными. Нахуй я залетаю и трачу, блядь. Ебалый вас, вот идите нахуй. Невозможно, блядь, сам нормально. А чё ты, блядь, до конца музыку держишь? Я говорю, вырубай, вырубай, мне уже, блядь, просто... Я, блядь, не буду. Почему ты до конца, блядь, музыку дослушал, блядь, объясни мне? Если у тебя есть какое-то оправдание, то стан, на которого я не буду. Вопросов нет. Благодарю за игру. Охуенные телодвижения вы делаете. Блять, такого ни на одном стриме еще не было. Максимально конченый. Отвлекайте их, бля, музыку свою сыграй, бля, просто, бля, вокруг тебя дай мне сконцентрироваться. Тебе небеса. Просто, блядь, долбоёб на долбоёбе. Блядь, я такой хуйни, блядь, никогда еще не видел. Блядь, просто отвратительнейшая игра. Я просто, блядь, охуел.
That one looks angry!